общем, вот забрались на виадук. Сейчас оса чуть не ужалила Новосибирская. Неприветливые какие-то ребята. Короче, вот вид с виадука. Дождик пошел. Хотя вроде и туч особо нет. А где болотничная и туч? Что? Болотничная и туч. Ой, вы не по адресу. Вот где-то тут, наверное. Мы вот с поезда приехали на час. Не знаю. Мы к вам приехали на час. Наш про Новосибирск. Да. Как там любитель лежала у нас. Да, да, да. Не, прикольно. Вон уже город, все. Мы как это, как будто на побывку на какую-то. У меня есть. Не, я говорю с собой, здесь сейчас побылись. А, здесь. Ну да. Мылом такие намазались. Эх, погулять бы. Остановиться на пару деньков. Вот было бы четко. Ладно, это может на обратном пути уже. Даст бог. Турне прям какое-нибудь замутить по Транссибу. С остановкой хотя бы в каждом более-менее крупном городе на пару деньков. Было бы весело. А то много где бывал за границей, по крайней мере в азиатском регионе, блин, а по собственной стране ни хрена не путешествовал. Ну, не знаю, круто, конечно, на поезде ехать вообще. Напарники у меня что-то пригрустнели немножечко, а я ничего, бодрячком вообще нормально. Я бы еще на неделю зарядился в обратную сторону сразу. Что она там мороженое берет? Так, ладненько, прерываемся. Следующая остановка — Омск.